мексиканец Хайми Монгуэ сенсационно нокаутировал американца Сабдамали и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел в казино Turning Stone Resort Веронии, штат Нью-Йорк, США. Изначально соперником Али должен был стать обязательный претендент и экс-чемпион WBO Лиам Смит, но в конце апреля британец снялся с боя из-за аллергии кожи и невозможности тренироваться. Уже в первом раунде Монгуэ дважды отправил Али в нокдаун. Еще по разу американец оказывался на канвасе во втором и четвертом раундах, после чего рефери остановил поединок. Официальный итог боя – победа Монгуэ техническим нокаутом. Давайте поздравим боксера и похлопаем в ладоши. Шучу. Продолжаем. Для 21-летнего Монгуэ эта победа стала 29-25 нокаутом в карьере, а титул чемпиона мира – первым. Мексиканец по-прежнему идет без поражений. Для Монгуэ бой против Али стал всего лишь вторым в США и первым. По правилам 12 раундов 29-летний Али потерял титул WBO в первой же защите. Этот пояс он завоевал 12 декабря, когда решением победил Мигель Котто в прощальном для пуэрториканца боя. Вы еще с нами? Отлично. Тогда заканчиваем. Теперь в статистике Али значится 2 поражения при 26 победах, 14 нокаутом. Не правда ли круто? Напишите в комментариях.